Настоящий волк в цирке не выступает. Почему-то этот обзор захотелось начать именно с этой фразы. У всех же нас в голове есть такое представление, что большой, длинный, черный немецкий седан – это солидно, а иногда даже и опасно. И у какого-то количества альтернативно мыслящих граждан до сих пор есть такое отношение к автомобилям, хотя они все уже, вот эти большие черные немецкие седаны, далеко не 124-й, не Е34-й, не вот это вот все. У кого-то есть вьетнамские флешбеки, а у кого-то есть флешбеки по фантомным 90-м, которые уже давным-давно прошли и остались там где-то на задворках сознания чисто как осколки культуры. Но тем не менее, есть еще какая-то очень интересная прослойка альтернативно мыслящих граждан, кто до сих пор думает, что большой черный немецкий седан – это опасность и уважение. Хотя современный немецкий седан – это, ну, автомобиль, которым ты особо никого не удивишь. При том, что 90% автомобилей Е-класса сейчас это такси, корпоративные парки и вот эти все вещи. И слава богу, что в современном мире эта штука давно уже поменялась. И к автомобилям можно относиться как к автомобилям, а не к тому, что на них навешивают люди в виде ярлыков, в виде уважения там какого-то на дороге. И самое важное, что вместо волка и тигра за рулем там теперь обычный, адекватный, нормальный человек. И так как мы тут с вами больше про вторичку, я специально оттягивал момент съемок этого автомобиля, чтобы он полноценно вышел на вторичный рынок, и я смог нормально, полноценно сказать все, что я думаю по этому поводу. Пятерочка. G30 у нас сегодня. Денюшки. Могли подумать, что мы тут все массово сошли с ума и начали просто так ломать хорошие вещи. Но нет. Этот ноутбук всегда готов к таким поворотам. Это HP Envy X360. Премиальный ноутбук-трансформер, который отлично подходит для работы или учебы и обладает серьезной производительностью. С ним у вас не будет каких-то проблем с запуском того же фотошопа или что-нибудь потяжелее. При желании на нем можно даже играть, но для подобных задач есть продукты из линейки Omen. Внутри 16 гигов оперативной памяти, SSD на 512 гигов и мощный процессор AMD Ryzen 5 в связке с графикой AMD Radeon. И как раз железо от AMD делает его отличным инструментом для решения сложных задач. В процессоре 8 ядер с архитектурой Zen 2, поэтому здесь нет проблем с скоростью отклика или запуском множества процессов одновременно. А также есть возможность потоковой трансляции контента с разрешением до 4K с HD. И еще внутри скрывается увеличенный аккумулятор, который дает большую автономность в работе. И ноутбук можно с собой взять для работы в кафе или отправиться с ним в перелет, не думая про розетки. Время работы без зарядки достигает 11,5 часов. Наружность HP Envy X360 довольно нестандартная. Как я уже сказал, это ноутбук-трансформер, который умеет складываться на 360 градусов и превращаться в планшет без каких-либо проблем. И да, планшет прям настоящий. Здесь экран сенсорный и поддерживает до 10 касаний. Поэтому можно спокойно сложить и сидеть в браузере, смотреть фильмы или работать. У устройства полностью алюминиевый корпус и приятный минималистичный дизайн. Здесь нет каких-либо раздражающих элементов или странных принтов. Из разъемов предусмотрены два USB 3.0, один USB Type-C, HDMI и выход под наушники. А еще отдельное гнездо для SD и microSD карт. Диагональ экрана 15,6 дюймов, он оснащен IPS-матрицей с разрешением Full HD, а значит хорошо передает цвета, что особенно важно при работе с графическими редакторами. И естественно, узнать подробнее про HP Envy X360 можно по ссылке в описании. Выбирайте надежные и универсальные устройства для работы и развлечений. Для того, чтобы понимать, что нас ждет на вторичном рынке с какой-либо конкретной моделью, нужно изначально понимать, под какую целевую аудиторию он создавался и какими конкретными людьми, в каких условиях он эксплуатировался после покупки, собственно, на первичном рынке. Вот, кто те люди, кто купили этот автомобиль новым, на нем поездили в среднем по больнице там 4-5 лет и потом его, собственно, на вторичку и сдали. И в случае с пятеркой, с актуальной, у нас 90% автомобилей в Москве, ну не 90, наверное 80, это такси и корпоративные парки. И это сразу же нам дает картину, что обслуживание только строго по регламенту раз в 15 тысяч километров, никакими моточасами там не пахнет и никто не задумывается по поводу. Средняя скорость движения порядка 30 км в час, не более, потому что пробки и текущая московская обстановка.
пробег выше среднестатистического и все вытекающие вот из этой ситуации последствия. Следующая категория, кто катается на пятерках, это просто менеджеры, предприниматели и прочие управленцы, кто так или иначе просто сам себе заработал, купил себе автомобиль, на котором просто ездит и не отсвечивает в потоке. Таких тоже довольно много. И третья заметная категория — это BMW клуб. Ребята, которые тут, мы стейджи, перформансы, тюнинги, сейчас мы ратата и все такое. Ну, по большей части на 520-х дизелях и на 520-х бензинах они не ездят. Все-таки фанаты обычно покупают что-нибудь поболее, подороже, чтоб ехало, валило и так далее. А еще сверху потом туда накатывают кучу чипов, дополнительного тюнинга, шильдиков М побольше. И совсем радостные носятся по району. И само собой нужно держать в голове тот момент, у кого ты конкретно покупаешь автомобиль, чтобы хотя бы хоть как-то попытаться спрогнозировать, что тебе от него в дальнейшем ожидать. Из такси и корпоративных парков я бы в принципе не советовал что-то покупать, потому что, ну как бы зачем? Да, вы изначально сэкономите на покупке, потому что изнасилованные машины стоят в среднем дешевле рынка. Но потом на дистанции в него валите денег и дорого потом продать ее тоже не получится. Лучше изначально найти какую-нибудь фанатскую тачку или тачку из-под нормального, адекватного владельца, кто понимал, что такое моточасы, кто понимал, что такое нормальный регламент здравого смысла не раз 15 тысяч километров, и что такое правильная эксплуатация автомобиля. И цена конкретного экземпляра, который вы будете рассматривать в покупке или там будете в целом планировать приобретать, будет очень сильно зависеть от того, от какой аудитории вы покупаете автомобиль и в каком состоянии. Ну, собственно, как это обычно у немецких седанов и бывает. Сейчас я вам сделаю немножечко больно, потому что вот это у нас G30, 2 литра, дизель, 190 лошадей, вот это все, и этот автомобиль куплен 15 апреля 2020 года за 2 миллиона 150 тысяч рублей. Больно я вам сделаю, потому что, ну, современный модельный ряд, это уже рестайлинг, немножко другой автомобиль, но там нихера категорически нового, и он начинается за тот же самый такси Edition 2 литра, 190 лошадей, где-то за 4,4. Можно там еще каких-нибудь опций докинуть, там каск, там вся фигня, получишь 4,7. Отличненько. Двухлитровый бензин современный стоит чуть-чуть подороже, он где-то там 4,6, 4,7, вот это все. Если ты захочешь трехлитровый дизель, то готов выкладывать 6, а если ты хочешь М550, либо D, либо I, пофигу, то готовь 8. Сука, 8. На вторичке в данный момент ситуация немного другая. Понятное дело, что там ценники другие, дорест, все такое, но тоже не обольщайтесь. Вот такой автомобиль плюс-минус по больнице, плюс-минус километр сейчас будет стоить 3, 4, 3, 5, в зависимости от состояния, вот это все. А варианты с трехлитровым дизелем будут стоить 4+, ну там типа 400, 4200 на уровне нового актуального дешевого такси Edition. И ситуация с M550D и 550i не сильно отличается. Там за пятеру можно совершенно спокойно вылезти на вторичке. Потому что новые, опять же напоминаю, стоят 8 с хвостом. И это все по состоянию на, по моим невидимым часам, август 2021 года. Что будет дальше? Хер его пойми. Понятное дело, что ничего дешевле становиться точно не будет, все будет только дорожать, вопрос насколько. Поэтому вполне возможно, что если вы в сентябре или в октябре 2021 года озадачитесь покупкой сего агрегата, то все на рынке будет по-другому. Напоминаю, что если что, можно позвонить в Автопрагмат, спросить, что там как сейчас актуально у нас по рынку. Важно понимать, что несмотря на то, что автомобили новые, у них еще есть ресурс, им еще несколько лет точно без проблем кататься и не парить голову своим владельцам, нашу стандартную мантру про состояние конкретного экземпляра никто не отменял. Все будет зависеть от того, что вы там конкретно купите, потому что рынок — это говно и ветки, не забываем. И в случае с современными автомобилями, что немецкими, что с японскими, пофиг, даже вот типа с Вагом, с Шкодой и прочими автомобилями, где есть хоть что-нибудь напоминающее технологии, очень важно изначально стоимость автомобиля. Вы хорошее, задешево не купите. При этом у нас постоянный стандартный сёр, что вот, что вы там все поверху рынка покупаете, мы так тоже можем, тра-ля-ля, любой лошара так найдет автомобиль. Но, как я уже много лет кряду говорю на этом канале, современные автомобили нельзя рассматривать только по стоимости входного билета, а нужно смотреть это в целом на дистанции. И покупать автомобили в хорошем состоянии, которые прям вроде бы как задорого, это наоборот вам будет выгоднее, потому что на дистанции автомобиль получится дешевле. Купить что-то сейчас на рынке за условных там 2,5 миллиона рублей из-под такси, либо из-под корпоративного парка, либо еще что-нибудь вот в этом духе, за 3 года вам будет стоить
твою мать, как много, потому что уже можно будет слазить в мотор, уже можно будет слазить в коробочку, еще куда-нибудь, а это все конские ценники. Потому что вот автомобили-то сейчас дорожают, да, очень резко, заметно, вот, в два раза подорожал автомобиль за год. А с запчастями вы что думаете, как-то все по-другому? Нет, там точно такая же ситуация. И поэтому, ну, всегда автомобиль нужно считать на дистанции и смотреть, что вы там конкретно покупаете. Именно поэтому я и говорю, что живой автомобиль – это 3,4 и выше на вторичке за базовые экземпляры. Такая вот хуйня, да. Самому больно это говорить, но рынок вот такой сейчас. Если мы возьмем конкурентов, Ешку и А6, и посадим себя на водительское сиденье и будем с жопомером измерять необходимые нам показатели, то мы увидим примерно следующую картину. Что Ешка — это просто ватное, такое валкое непонятно что. При этом сразу видно, что там Мерседес не сильно заморачивался по автомобилю, чтобы тебе вот как водителю и тебе как пассажиру было бы типа прям кайфово, супер и классно и так далее. Потому что Е-класс, особенно в базовых комплектациях, это вот прям утилитарный такси, прям фу, какая гадость. Да, он там куда-то пытается плюс-минус подрываться, там замечательная коробка, 9G-Tronic, великолепный. Но это единственное, что есть в этом автомобиле, что мне нравится по исполнению. Все остальное лучше не трогать и закопать. По крайней мере, я когда сижу за рулем Е-класса, я прям истинно не понимаю, за что так много денег. В случае с А6 немножечко более понятно, но у А6 и у всего современного модельного ряда Audi есть одна большая проблема. Они все серые. Не по цвету, а по тому, что ты чувствуешь за автомобилем, за рулем я имею в виду. И оно просто машина. Ты понимаешь, да, она хорошая, да, она хорошо сделана, она качественная, все материалы нормальные, техника тоже великолепная, но просто едешь и все. Мы не говорим про S-ки и RS-ки, мы говорим про обычные модели с буковками А или с буковками Q. И вроде бы ты такой, да, это нормально, продольные компоновки, вага, оно вроде бы даже как бы что-то нажимаешь на газ, оно что-то куда-то едет, что-то как-то в повороте стоит, но какого-то экстаза, каких-то эмоций за рулем современных Audi ты не получаешь вообще. В пятерке не то чтобы тут прям обоссаться в штаны радостный, нет, такого нет, но здесь очень здравый баланс комфорта, поведения и прочего. И здесь же, за счет того, что машина все-таки стоит на клэре, а это изначально платформа, которая создавалась под семерку, у тебя здесь есть и пятерка, и семерка одновременно. Что я имею в виду? Предыдущие кузова пятерки всегда были жесткие. Они были заточены под управляемость, там, все такое, но ты все равно ехал и чувствовал, что она жестковата. Это тоже упруго, но ровно на том месте, чтобы ты не переживал по поводу комфорта. В пятерке и пассажирам, и водителям в базовом режиме тебе комфортнее, но когда ты захочешь немножечко поисполнять, даже на базовых версиях, даже без спортподвесок, даже без всего этого, машина это дело выдержит, и тебе прям будет прикольно, потому что политика BMW, что эта машина созданная для водителя, никуда не девалась. И в случае со всей немецкой тройкой, если мы говорим про базовое исполнение, они все не претендуют на то, чтобы быть какими-то суперинтересными для вождения, там, по динамике или по своим характеристикам, но BMW на фоне всех остальных даст там просто чуточку больше. И вам там будет более прикольно, как водить. Вот и вся мысль. Сейчас опять моторы, коробки, по технике давайте сначала раскидаем дизели. Здесь у нас рядная четверка на 190 лошадей, B47 D20, есть еще трехлитровый дизель, B57 D30, который на 249 лошадей, задушенная под наши нормы, под вот это все. И есть еще версия с дофига количеством турбин, которая идет в M550D на очень-очень много лошадей, очень много крутящего момента, вот это все. Самые мощные дизеля ever made во всем мире на момент появления. Важно понимать, что все дизеля отличные, с ними все в порядке. У BMW вообще во всем современном модельном ряде и в предыдущих даже, там типа V в кузовах, с дизелями больших проблем не было. Единственное, что у вас может пойти бороденью, это какая-нибудь неправильная эксплуатация, либо если вы купите изначально мертвый на коленях автомобиль с таксопаркой и все такое. То же самое касается и бензиновых моторов. 520A это B48A20 на 184 лошади. 530i это тоже рядная четверочка, 249 лошадей, когда мы снимали про G20, я там оговорился, эксперт прям тут, нет. 530-я версия и 330-я версия, это рядная четверка, B48A20T, форсированная до 249 лошадей. 540i это рядная шестерка B58,
И в версии 550i у нас V8, 4.4, N63. Великолепное говно. Из всех моторов слава разваливающегося говна есть только у V8. И то она тянется еще из середины 2000-х, когда этот мотор только появился на F-кузовах. Даже не середина, там в конце 2000-х годов он появился. И тогда было все реально плохо. У вас V8, две турбины внутри блока, они кипятят мотор, он весь разваливается, весь внутри засирается говном, потому что масло пережигается, его меняют раз в 15 тысяч, катаются по пробкам, и он ложится примерно к 60-80 тысячам километров. Весь в задирах, ремонтировать бесполезно. В случае со всеми модульными моторами, а это все моторы, которые начинаются на букву B, B48, B47, B38, B58, B57, вообще вот эти все моторы, это все по сути одно семейство, даже несмотря на то, что часть из них бензиновая, часть из них дизельная. Спроектированы они по одной базе, у них одинаковый коленвал, для мотора это важно. И ни у тех, и ни у других никаких проблем там до 200-250 тысяч километров не возникает, ну глобальных я имею в виду. И если базово, нормально, с головой эксплуатировать автомобиль, с ним нихера происходить не будет. Я уже вот эту линию гну где-то 3-4 года у себя на канале, и мне все люди последовательно не верят, что типа, ну немцы же говнище же, я вот мой 80-й бензин туда заливаю, с трактора слил недавно, вот оно, типа, мне тут на работе по халяве, оп, я туда, оп, оно сдохло. В смысле, блядь, не говно? Так вот, не бензин, не дизель. При нормальном топливе, при нормальной замене масла, при нормальной эксплуатации, что вы не только ползаете в пробках 10 км в час на протяжении всех 15 тысяч километров, между которыми вы меняете масло, а если вы меняете масло по моточасам и периодически даете мотору подышать на какой-нибудь трассе, то все с ним будет хорошо. Не сломается. Если вы покупаете 3-летний, 4-летний автомобиль, то до 7, до 8 лет эксплуатации с ним все будет в порядке. А что уже там будет дальше? Хуй бы с ним. Потому что современные автомобили под там 10-летний и далее срок службы не проектируются. Важная отличительная черта G30 от всех остальных пятерок, что она довольно спокойная по внешности. Потому что если вспомнить E39, то она брутальна. E60, она такая вся претенциозная. Странное и этим великолепное. F10 вообще эталон пятерки BMW, по моему личному мнению, а G30 она вот просто спокойная. Что очень большое удивление в современном модельном ряде BMW, потому что, будем откровенны, некоторые модели выглядят прям, твою мать, вы что там съели вообще. В случае с пятеркой, само собой, они сильно экспериментировать не будут, потому что этот автомобиль несет очень заметную часть прибыли всему концерну, как и трешка BMW. И если там, типа, над X7, над 4 серией можно экспериментировать, потому что это потенциально не бестселлеры, то вот над пятеркой экспериментировать не сильно хочется. Надо сделать, чтобы внешность была новая, узнаваемое, но при этом спокойное, чтобы ребята себе спокойно могли ездить. То же самое касается E-класса, A6 и всех плюс-минус конкурентов. Никто над моделью, которая несет бабки, экспериментировать не будет. Поэтому у нас здесь относительно понятная классическая задница BMW, здесь понятная классическая морда BMW, все линии, которые очень любят фанаты, сохранены, все кайф, с одной стороны. С другой стороны, когда ты их весь пацан и хочешь ра-та-та, и у тебя пятерочка, ты хочешь там очень сильно выделяться из потока, выделяться у тебя не получится. Потому что вот именно в этой комплектации, а и таких большинство, и там 520-й бензин, это просто автомобиль. Да, М5, М50D, весь там на М-перформансе, все такое злющее и так далее. И половина дизелей двухлитровых тоже весь на М-перформансе, самый главный батя на районе. Потому что, ну, в смысле, как это не повесить М-перформанс на рядную четверочку? Куда же без нее-то карбона побольше натянуть? Вот эти все штуки. Но базово автомобиль очень спокойный. Настолько спокойный, что я даже сам хуй знает, как к этому относиться. Вот, просто вот, вот так. И у пятерки есть еще очень одна важная фишка, по моему личному мнению. Вот что самое важное в автомобиле? Вопрос вам. Это та химия, которая происходит между вами, водителем, и автомобилем. Что вот конкретно у вас там в голове происходит, как вам прикольно, либо не прикольно, вот ваши отношения между ними, это самое важное, что может быть в тачке. И в пятерке, в отличие от E-класса, ты себя не чувствуешь таксистом. Ну или в смысле наемным водителем, который там в корпоративном парке катается. Хотя эти машины тоже используются как развозные. В Ешке, даже если она твоя, даже если вот ты сам ее пошел купил, у тебя все равно будет ощущение, что ты немножечко водитель. Особенно если вдруг ты едешь на какое-то мероприятие, там в костюме, в рубашечке, все, точняк, ты бизнес-класс. И если бы мы сидели в базовом Е-классе, например,
вот сейчас бы его снимали черный, базовый 213 класс, то я бы уже кучу раз бы у Егора спросил, комфортная ли температура ему в салоне, какую радиостанцию он предпочитает, и водичка там вон лежит в дверной карте. Просто потому, что мне лично от этого ощущения за рулем Мерседеса просто не избавиться. А так как в BMW этого ощущения нет, что ты водитель, она очень клево выполняет задачу, когда ты такой, знаете, работал, скопил денег, заработал, захотел себе купить клевую тачку и кайфовать от нее, и вот ты покупаешь и действительно кайфуешь. Даже если она базовая, или она со средним мотором, или тем более с мощным мотором, все, вопросов нет, все великолепно, кайф. У Ешки, когда у него заряженный мотор и топовые комплектации, там тоже у тебя не будет уже ощущения водителя, потому что у тебя будет совершенно другой салон, совершенно другое поведение автомобиля и так далее. Но 80% рынка это типа двухлитровый бензин и двухлитровый дизель. Что у пятерки, что у Ешки. И довольно гаденькое ощущение, когда ты заработал много денег, такой себе купил Е-класс, и потом едешь водителем. Не получишь кайфа. И в этом весь облом Мерседеса. Во-первых, что я говорил про BMW Club? Ключ от 520D, все дела, M-Performance, Carbon. Но никоим образом не осуждаю, поддерживаю, BMW Club должен оставаться BMW Club'ом. В салоне чем дальше, тем больше ты чувствуешь присутствие Евро НКАПа и то, что базовая комплектация и максимальная комплектация — это два разных автомобиля вообще. С Евро НКАПом ситуация следующая. Ты понимаешь по каждой детали автомобиля, по каждой маленькой фиговине, что она сделана не в том виде, в котором хотелось бы инженерам вот прям вот в идеале, а в том числе с учетом того, чтобы эта фиговина никоим образом человеку ничего не повредила. Потому что в ДТПшке ты должен остаться живым, хоть ты и БМВшник. А в случае с комплектациями, так как современные автомобили все на платформах, на них автопроизводители на каждой модели зарабатывают больше, чем это было раньше, там типа в 90-е, в начале 2000-х, за счет этого у каждого производителя появилась возможность в салон вам пихать фиговую гору различных мулек, допов, прочего-прочего, и вы, как потребитель, можете потом угорать, как хотите, когда вы собираете себе свой личный автомобиль. Не идете покупать что-то из наличия, а прям приходите, открываете конфигуратор и погнали угорать. И вот в этом плане салоны BMW одни из лучших на данный момент на рынке в целом. Я много где это говорил, что G-серия великолепная, замечательная и так далее, но не в базе. Потому что ты сидишь такой, резина, да. Угу. Окей, тут тоже резина. Может быть, сзади не резина? Нет, там тоже резина. Ладушки. Но единственное, что тебя успокаивает, это резина в Е-классе. Вы когда-нибудь видели резину, об которую можно порезаться? Вот именно такая резина и используется в салонах Е-класса современного. Да, понятное дело, что там в жирной комплектации, как и у BMW, у вас там будет твердая, американская, никому нахер не нужная кожа. Вот такая, как кулак с такой толщины. И она тоже неудобная и не кайфовая. А кожа у BMW одна из самых лучших на данный момент на рынке в целом. Audi где-то посередине, собственно, как всегда, он обычно там где-то и болтается. И что еще важно, что вот в пятерке лично у меня всегда ощущение, что вот, да, это вот тот самый правильный типа размер седана. Потому что в трешке ты себя чувствуешь, ну, что она такая сбитая, маленькая, и ты можешь локтем прям сильно касаться пассажира. Семерка слишком большая и уже такая прям под водителя и под человека, кто сидит сзади, у вас большой корабль, все такое. А пятерка — это идеальный типа размер для седана. Она не сильно большая, не узкая, прям вот кайфовая. Сидишь и понимаешь, что да, именно такого размера и должен быть автомобиль, если вы ищете что-то в виде седана. В итоге, как вы уже поняли по всему этому видосу, я считаю пятерку хорошим автомобилем и прям нормальным вариантом, если вы хотите себе купить что-то вот подобное. И, по моему субъективному мнению, она лучше Е-класса. Я не могу сказать, что она прям сильно на голову выше абсолютно всех конкурентов, всех остальных больших черных седанов у нас в стране. Нет, потому что они все-таки от всех брендов, тем более от немецких, очень близки по всем конкурентным параметрам. И там уже больше на вкус и цвет, кому что больше нравится. Но объективно точно, когда у меня случается такой приступ барства, я иногда себе могу в какой-нибудь хороший день себе позволить вызвать бизнес-класс, я очень радуюсь, когда вижу, что за мной едет пятерка BMW. Потому что в этом моменте я себя буду и как пассажир чувствовать лучше, потому что просто моя задница будет чувствовать себя лучше, и она будет с большим комфортом и с удовольствием доставлена до точки назначения. И в целом, как человеку, который понимает что-то в автомобилях и понимает, что такое удовольствие за рулем, мне будет приятнее, как человеку. Потому что я буду ехать в автомобиле, который объективно лучше. Такие мысли. Пишите ваши комментарии по поводу, где я, конечно же, не прав. BMW Club, привет. Ну, я вас сегодня сильно говном не кидался, поэтому действительно вам привет. Вы там вряд ли сейчас будете меня на атомы размножать. И все.
Спасибо большое, что до сюда смотрели. Не забывайте, что там надо подписаться, нажать колокольчик, нажать лайкос, ибо приятно. Хочется, чтобы нам тоже было приятно. Давайте там, тыкайте. Пока.